Россия с молотка за копейки. Путин устроил невероятную распродажу нефти, газа, леса. Под молоток пошел даже Байкал. Хозяева России еще никогда так низко не падали и не ползали на четвереньках перед властелином Китая. Путин продает не только материальные ценности. Самое главное, что он продает, это будущее России. Правильно сказал Володин. Есть Путин, есть Россия. Нету Путина, нету России. После Путина не будет никакой России.